Всем привет, вы слушаете «Чувство ритма», антология клубной музыки, у микрофона Самир Кулиев. Друзья, привет, я Миш Ромс, и сегодня мы общаемся с талантливым человеком, актер, диджей, продюсер Самир Кулиев. Привет. Спасибо, что пригласил. Спасибо, что нашел время. Я знаю, человек, ты занятой. Ты во время нашей первой встречи говорил о том, что заниматься нужно тем, от чего не можешь уснуть. Да, это говорил замечательный драматург Александр Вампилов, один из моих любимых. От чего тебе не спится сейчас? Мне не спится от желания облегчать жизнь людей. Каким образом? Посредством того дела, которым я занимаюсь. То есть это музыка, это вечеринки, это диджей-сеты, это мое радиошоу, это мои какие-то киношные, ютубовские проекты. Ну, в общем, всячески реализовывать себя в разных ипостасях, и когда это находит отклик в сердцах людей, то для меня это высшая похвала. И, так скажем, тут вспоминается Александр Сергеевич Пушкин, который сказал: «Не пропал мой труд и дум высокое стремление». Ты упоминал в своих интервью о том, что в искусство и в музыку, по сути, за руку все детство тебя вела твоя мама. Абсолютно, да? То есть верно. Вы были на одной волне. Как это вообще было? Ну, начнем с того, что я вообще родился в такой атмосфере, где у нас всегда были открыты окна, звучала музыка, в эти окна задувал попутный, словно в паруса фрегата, ветер такой свежий. Где это было? Это было в городе Баку. О. Мы жили в самом центре, у меня мамин отец, дедушка, он писатель, поэтому у нас в доме всегда была интеллигенция, было много интересных людей, которые приходили и которые были апоэтизированы талантом прежде всего деда, потому что он очень много знал, очень много читал, очень много об этом рассказывал. Он всегда, если рассказывал истории, то это были истории в лицах. И вот это, мне кажется, передалось маме, несмотря на то, что мама никогда не занималась каким-то видом искусства как таковым. Она меня всегда воспитывала в трех ипостасях: Иисус Христос, Лев Толстой и Бетховен. То есть Иисус Христос как символ милосердия и доброты, потому что доброта – это ключ, который открывает любые двери. Толстой – это символ того огромного багажа знаний, который накопила мировая литература. Язык. Да, да, язык. Прекрасный русский язык. И третье – это Бетховен, это музыка. Так случилось, что через некоторое время я уже, начиная что-то понимать, стал, так скажем, подвергаться опытам мамы, в хорошем смысле этого слова. Мама нас, меня и моих друзей-мальчишек, сорванцов, сажала подле себя, открывала чемодан с репродукциями, с картинами великих художников, вставила на виниле как раз Бетховена, Моцарта. Мы слушали, вдохновлялись, она рассказывала нам какие-то интересные вещи. Я помню, на меня произвела неизгладимое впечатление картина «Последний день Помпей». А потом я решил поступать в хореографическое училище. Дальше во всю эту историю вмешалась война гражданская, которая началась в Баку. И это был конфликт между Арменией и Азербайджаном. У меня мама армянка, отец азербайджанец. Но я считаю, что в моих жилах же течет, так скажем, кровь человека прежде всего. Поэтому я себя никогда не относил к каким-либо национальностям или конфессиям. И нам пришлось, короче говоря, эмигрировать в Краснодар. Потеряли все имущество, потому что в определенный момент к нам в квартиру ворвались боевики, или я не знаю, как их назвать, в общем, мародеры, которые разгромили все, забрали все ценности. Мама до самого конца не хотела уезжать из Баку. Думала, что все-таки как-то это еще был Советский Союз, и мы каким-то цивилизованным образом сможем, так скажем, решить эти насущные проблемы, и государство нас защитит. Этого не случилось, мы уехали в Краснодар. Дальше, окончив там общеобразовательную школу, я поступил в ГИТИС, Государственный институт театральных искусств. Служил в театре, как говорят актеры. Ну и вот на тот период, уже будучи студентом-первокурсником, я открыл для себя электронную музыку во всем ее великолепии. И вот тогда я понял, что мне хочется об этом рассказывать, и мне хочется делиться с людьми этой музыкой. И не только посредством диджей-сетов, но и посредством обозрения биографий диджеев, истории фестивалей и так далее и тому подобное. И, пожалуй, это стало для меня программа «Чувство ритма» делом всей моей жизни.
Возвращаемся в детство. Вы были на одной волне с мамой. Да. Если я правильно понимаю, то мама всегда хорошо привечала твоих друзей. Да. А какие-то яркие детские или подростковые залеты, за которые сейчас стыдно, имели место быть? Имели, ну, конечно. Же, ты же мальчик. Имели, ну, конечно. Как без этого? Часто бились стекла, потому что у нас был старый дореволюционный дом, и мы играли в футбол на лестничной площадке, которая выходила на балкон. Там были квартиры, соседские окна. Такое было. А однажды даже я, значит, как Робеспьер на баррикады, решил почему-то, значит, напитанный какими-то разного рода то ли идеями, я не знаю чего, правда, уже не помню, но, в общем, так получилось, что я недолюбливал какую-то соседку или соседа, и я зачем-то, пока все прятались, полез к ним в окно, но не залезал в квартиру, потому что там была решетка. Я разбил, значит, варенье, которое там стояло, закатанное. Конечно, после этого были довольно серьезные разговоры с мамой. Ага, то есть все-таки не стало тайной, кто это сделал? Конечно, меня сразу выдали. Я единственный, кто партизански молчал, но, в общем, так как это был я в итоге взял удар на себя. И мама сказала, что, ну, вот, не укради, это одна из самых главных заповедей. Хотя я воровать ничего там не пытался. А не разбей варенье, заповедь 20-го и 21-го веков. Ну да, как-то вот так получилось. А, говоря о маме сейчас, какая музыка могла бы, наверное, наиболее точно отразить твое отношение к ней в твоем сердце здесь и сейчас? Это Бетховен. Бетховен. Абсолютно. Потому что она рассказывает о нем так, как будто она знала его лично. Это такое общение. «Перекличка веков» была такая замечательная книжка, которую мне когда-то подарила мама, где цитаты великих людей, живших в разные времена. И вот мама общается с Бетховеном, несмотря на то, что они жили в разные века, как будто она его лично знала, со слезами на глазах, с такой патетикой. И в этом есть какое-то невероятное магнетическое отношение к тому, чем ты занимаешься, это возвращаясь к теме, от чего не спится по ночам. Вот недавно мама для себя открыла волшебство видеоблогов, стала вести какие-то интересные заметки в Инстаграм, рассказывая общественности о каких-то интересных случаях в истории музыки, в истории искусства. И Бетховен там играет одну из главенствующих ролей, или, как говорят, одну из первых скрипок. Итак, ты поступил в ГИТИС. Да. Открыл для себя электронную музыку. Да. Почему именно электронная музыка? Ведь смотри, сколько лет прошло. Ты верен жанру, ты все лучше в нем разбираешься, ты все более качественно, интересно и при этом просто рассказываешь. Красота в простоте. Но почему именно этот жанр? Ну, во-первых, до электронной музыки я любил абсолютно разную музыку. То есть это и рок, и классика, и джаз, и хип-хоп. И я продолжаю какое-то направление в этой музыке слушать, и что-то меня вдохновляет, потому что я глубоко убежден. И, кстати, вот сегодня постил в Инстаграм тему о том, как Венская филармония для того, чтобы привлечь молодежь в театры, в дома музыки, в консерватории, они сделали серию интересных плакатов. Один из них — это Моцарт, который стоит к зрителю спиной и держит на руках маленького Элвиса. То есть и здесь мы понимаем, связь что... Связь времен. Абсолютно верно. Перекличка веков, связь времен. И это как раз тот самый момент, когда в мире музыки все взаимосвязано. Но электронная музыка, это, наверное, как я для себя определил, это еще, правда, к этому умозаключению я пришел несколько позже, о том, что в ней есть постоянный нерв, в ней есть постоянный диалог с молодежью, и в ней есть постоянные идеи, которые воплощаются композиторами, твердо стоящими на плечах деятелей музыки прошлого. И вот в этом есть какой-то неиссякаемый родник, который постоянно фонтанирует, постоянно вот куда-то как-то бьет ключом, что ли, наверное. Вот, наверное, еще и по этой причине. Ну и к тому же это неизведанная сфера, и это для меня представляет определенный интерес. Безусловно. Да, она многослойная, потому что электронная музыка просочилась во все сферы, в том числе, например, в любимый мною кинематограф. И там тоже можно очень интересные всякие найти фишки, подводные камни. А это интересно раскапывать, и об этом интересно рассказывать. Здесь уже включается моя журналистская история. Привет!
Так, мы затронули журналистику, затронули кино. Есть сейчас модное во многих марафонах слово «предназначение». Если брать твое предназначение в моменте, здесь и сейчас, ты актер, музыкант, ты радиоведущий, ты скрытый режиссер, который мечтает встать за камеру. То есть вот твое внутреннее «я» есть, на какое из возможных предназначений откликается лучше всего? Ну, музыка и режиссура, пожалуй. В своей программе «Чувство ритма» ты больше актер или ты больше режиссер? В своей программе «Чувство ритма» я больше актер. Больше актер? Да. Хотя, если с точки зрения данности мне со стороны Всевышнего органики, то, наверное, вот как актер я менее органичен, чем как режиссер. Ну да, наверное, все-таки как актер я менее органичен, потому что я помню годы своей учебы и годы работы в театре. Хотя понятно, что самокритика — это путь к выздоровлению. Я долго погружался, как говорят, как мы шутили, вживался в материал. И иногда доходил до осознания образа на генеральной сдаче, либо иногда даже только на первых спектаклях. Что меня привело, опять же, к мысли, что, наверное, все-таки актерство — это не та профессия, которой бы мне хотелось заниматься прежде всего, нежели, ну, наверное, это должен быть какой-то калейдоскоп. Немного режиссера, музыки, актерства, ведения, в том числе и ведения радиопередачи. Но я бы не стал ставить какие-то клише и как-то вешать какие-то ярлыки, что мне нравится реализовывать себя в разных ипостасях. Джармуш и Балабанов, твое отношение к их работе? Ну, если выбирать... Не выбирать. Я просто взял, скажем так, два полюса независимого кино, потому что оно независимое с одной стороны, но оно все-таки массовое с другой стороны, то есть не совсем андеграунд. Так? Кто такой Джармуш, знает все любители кино, кто такой Балабанов, знает все любители кино. Но это нельзя, опять же, назвать абсолютно массовым сегментом, поэтому мне интересно твое отношение к их работе. Ну, конечно, к Джармушу я отношусь с особым пиететом, хотя бы потому, что в некоторых своих картинах в конце этих фильмов есть какая-то надежда. У Балабанова в основном, как у человека, который страстно, в хорошем смысле этого слова, переживал судьбу Родины, возьмем даже одну из самых нелицеприятных его лент, это «Груз-200». Если почитать, там, конечно, невероятный многослойный смысл, и это не просто кино о вседозволенности того человека, который еще и оказался маньяком, в Советском Союзе, где на эту проблему вообще закрывали глаза. Поэтому, конечно, мне все-таки импонирует Джармуш, хотя бы потому, что он, как режиссер, сеет разумное, доброе, светлое, вечное. Ну и далее по списку. Но у него более легкий скепсис, скажем так. Хотя какая-то вселенская любовь, мне кажется, и там присутствует. Вне всякого сомнения, но мне все-таки хочется, чтобы человек, выходя из кинозала, не хотел прыгнуть с моста. Мне хочется, чтобы человек, выходя из кинозала, провел работу над ошибками, понял какие-то вещи, потому что, как говорил кто-то из великих кинодеятелей, мы все, зрители, приходят в кино разделить одну и ту же мечту. Кино должно дарить людям надежду. Когда кино дарит людям желание покончить жизнь самоубийством, я считаю, что это не кино. Сравнительно недавно, да и таких фильмов очень много, и не только у Балабанова, возьми того же «Гаспара Ноэ, необратимость». О чем эта картина? О том, что да, происходят в мире какие-то страшные вещи, и нужно здесь сейчас наслаждаться мгновением, говорить своим возлюбленным о том, что ты любишь, не откладывать все на завтрашний день, которого может не настать. Но это не то кино, за которое я ратую, и уж точно не то кино, на которое я хочу ходить. Что сейчас с российским кино происходит, с твоей точки зрения? С моей точки зрения происходит своего рода развитие. Потому что если мы сейчас даже посмотрим на то, что произошло на последнем Каннском кинофестивале, где несколько наших картин были обласканы жюри, я думаю, что нарождается новое поколение, которое в этих предлагаемых обстоятельствах, сложно сочиненных предлагаемых обстоятельствах, коррумпированных отчасти, может делать хорошее кино. Я оптимист. Ты бы согласился стать президентом РФ? Нет. Ни при каких раскладах? Министром культуры, да.
Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами и, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, плачет, боится, что опоздал. Целует ему жилистую руку и просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно и говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Твое место силы сейчас, где оно? Закрывая глаза. Так, мне надо представить. Да. Мое место силы. Это должна быть какая-то конкретная географическая история? Я думаю, это должно быть место, в котором ты, наверное, одновременно можешь быть взрослым, ребенком, пообщаться с Бетховеном, с Буддой, с Христом, и тебе будет хорошо. Место силы — это библиотека моей мамы. Это в Москве? Нет, это под Краснодаром. Под Краснодаром. Да, где она живет. Ну и вообще дом моей мамы, потому что она его, так скажем, облагородила и сделала там неповторимую атмосферу. Поэтому да. Ты бы хотел открыть свою школу? Опускаем сейчас вопрос жанровости или направленности. Да. Это может быть театр или еще что-то? Да. Да, хотел бы. Я хотел бы, потому что, во-первых, мне всегда импонировала цитата Сенеки, который сказал, когда боги хотят испытать человека, они делают его учителем. И вот это испытание, которое ты каждый раз выдерживаешь, находясь с интересными людьми, которые готовы слушать тебя, которые готовы идти с тобой. И у меня было несколько случаев в моей учебной практике, когда я в школе радио вел актерское мастерство, когда в рядах учеников оказывались люди, окончившие профессиональный театральный вуз. А это самое сложное, потому что учить их актерскому мастерству не имеет никакого смысла, ибо у нас нет сверхзадачи стать профессиональными актерами. Но есть сверхзадача научиться взглянуть на какие-то вещи под новым углом, побороть страх общения с аудиторией. И одна девушка мне сказала: мне было очень сложно, я специально в качестве эксперимента принесла к вам на занятие монолог, который я читала и на вступительном экзамене, и потом на одном из показов по сценической речи. И то, как вы мне режиссерски объяснили какие-то вещи, я только впервые поняла, как его читать. Это не может не радовать. Что это была бы за школа? Радио, актерство, музыка? Я думаю, это была бы какая-то интересная смесь, где человек мог бы прийти учиться в свободной такой атмосфере, возможности познать себя и открыть какие-то новые грани своих талантов. Потому что я глубоко убежден, что все люди талантливы. Просто не все занимаются теми профессиями, которые им интересны. Ну а попробовать себя на сцене, например, какому-нибудь топ-менеджеру или директору завода, или, может быть, простому рабочему, это всегда интересно. Мне кажется, это вызов самому себе. Ну, это вызов, да. Пройдя обучение в школе радио, да. Я подтверждаю, что я пришел туда немножко одним человеком, ушел немножко другим человеком. И это прекрасно. Вот это, наверное, и толкает меня на желание открыть свою школу. Ты ее откроешь? Когда-нибудь обязательно. А свое радио сделать? Мне кажется, что сейчас институт радио умирает как таковой. То есть Ты говоришь про FM-диапазон? Я говорю про FM-диапазон, потому что сейчас многокрасочный спектр интересных подкастов, радиошоу, каких-то возможностей общения с публикой посредством радиоэфира, но который перекочевал в интернет. Поэтому здесь, конечно, как мне кажется, превалирующую роль играет прежде всего сверхзадача, для чего это делать. Потому что делать это альтруизма ради, а не заработка для, это огромная отдача энергии. И этим, в принципе, я занимаюсь в течение 15 лет, ведя свою программу на радио. Раньше у меня их было несколько. Все свелось сейчас именно к чувству ритма.
Мне именно для общения с аудиторией посредством радио вот этого проекта достаточно. Ты уже полностью сложившийся человек или все-таки ты постоянно меняешься? Я постоянно меняюсь. Тебе нравятся эти изменения? Абсолютно. Tempora mutantur et nos mutantur in illis. Времена меняются, и мы вместе с ними. Я считаю, что те люди, которые погрязают в своей заскорузлости, как им кажется, вот они устаканились, все это идет только от одного, от внутреннего страха поменять то, что есть сейчас. Человек полжизни шел, например, к своему бизнесу, к зарабатыванию денег, заработал миллион, и у меня есть несколько таких примеров. Примеров среди людей, которые состоялись в жизни, по крайней мере, с финансовой точки зрения. Сейчас они пробуют, экспериментируют в каких-то других ипостасях и отраслях, но в целом я считаю, что очень многие из них боятся, прежде всего, измениться, потому что они боятся потерять то, что нажито непосильным трудом. Ну, там же сложившийся образ есть, как я себя покажу с другой стороны. А ты сейчас и ты в 25 лет, ты сам себе каким больше нравишься? Я себе нравлюсь, наверное, больше с точки зрения внутренней свободы тем, кем я был тогда. А сейчас я себе нравлюсь тем, что есть опыт, который, как известно, сын ошибок трудных. Конечно, те балагурства, на которые я себя бросал в буквальном смысле всего, какие-то приколы, которые я мог себе позволять делать на сцене, еще будучи вот в этом состоянии студенчества, кураж вот этот, он, конечно, ушел. Может быть, это в силу возраста. Хотя и сейчас я могу позволить себе делать какие-то великолепные, как мне кажется, глупости. Маленькие шалости. Маленькие шалости творческие. Представать перед своей аудиторией в каких-то новых проявлениях и ипостасях. И это не может не заряжать абсолютно позитивной и положительной энергией. Ты по натуре своей революционер или эволюционер? Скорее революционер. Революционер. Да. Я любитель броситься на баррикады. И вообще я родился и с молоком матери, наверное, впитал вот это обостренное чувство справедливости. Поэтому мне сложно находиться в той или иной тлетворной атмосфере, в которой не соблюдаются эти законы. А сейчас это сплошь и рядом. Это у тебя, как я знаю, что сейчас вспомнил, когда ты говорил, цитату раннего Кормильцева и старого-старого Наутилуса: «И трудно-трудно прятаться в тени и быть молчаливым и мудрым». Абсолютно верно. То есть есть какие-то законы, которые не позволяют людям молчать. Хотя, конечно, я сейчас говорю прежде всего о каких-то житейских моментах, связанных, например, с тем, что я глубоко ранен тем, что люди сейчас существуют в какой-то определенной парадигме, в которой нормально не здороваться с людьми, в которой нормально лишний раз не сказать спасибо, в которой нормально, в кавычках нормально, оскорблять человека, потому что он ниже тебя по статусу или меньше тебя зарабатывает. Вот это меня глубоко ранит. Ну, у нас, в принципе, сейчас довольно искаженная картина ценностей, как мне кажется, в обществе сформировалась, когда белое почему-то становится черным, а черное для чего-то обеляется. Это, кстати, извините, я перебил, есть такая мысль: самый легкий способ не стыдиться своей низости – это презирать высоту. Угу. И то, чего мы сейчас видим воочию, потому что очень многие люди, вместо того, чтобы, получив некие блага цивилизации или блага цивилизации, они пытаются вот назидать и навязать свою точку зрения тем, кто ниже их по статусу, допустим, вместо того, чтобы расти до чего-то и тем самым подавать приятный и положительный пример. Да, мы когда-то спорили, мне задали вопрос, чем меня больше всего разочаровывают и огорчают так называемые нынешние элиты. Я сказал, что я одну вещь не могу понять. Как можно, обладая таким колоссальным ресурсом, вести общество в сторону деградации, а не в сторону развития и процветания? Абсолютно верно. А как ты думаешь, в России эволюционный вообще путь развития именно общества и менталитета, он возможен? Или вот это какой-то странный российский путь все время идти через потрясение? Он возможен, но я думаю, что потрясение — это в нашей генетической памяти. Как, впрочем, у любого другого народа.
Просто есть люди, которые учатся на своих ошибках, есть люди, которые на них не учатся. Как следствие, народы, которые учатся, и народы, абсолютно которые верно. Не учатся. Но мне кажется, что вообще у человечества это общая проблема. По-моему, об этом говорил Бернард Шоу, о том, что главный урок человечества, который как-то, я не буду сейчас точно в этой цитате, который в том, что бы ему, оно ничему не научилось? Да, который бы ему следовало бы извлечь из своей истории, это то, что человечество никаких уроков из своей истории не извлекает. Да, Гребенщиков это чуть по-другому сказал, да. Что говорит, не надо ничему огорчаться, потому что за 2000 лет принципиально человечество ничему так и не научилось. Да. Но мне все равно кажется, что путь возможен эволюционный. Почему? Потому что в России огромное количество талантливых людей, да, живет. И у нас есть музыкальный лейбл «Чувство ритма», на котором мы выпускаем молодых ребят, девчат, которые выпускают интересную музыку. И здесь стоит сказать, что среди них просто громадное количество талантливейших музыкантов, о которых я глубоко убежден, рано или поздно заговорит весь мир. Сейчас поменялись предлагаемые обстоятельства. Сейчас нужно из этого уравнения, из этой формулы исключить понятие «алло, мы ищем таланты». Ты можешь быть 7 пядей во лбу, но просидеть всю жизнь где-то на задворках, думая, что когда-нибудь тебя заметят и тебе позвонят. Как у Вуди Аллена, да? Я просто опередил свое время. Да. Ни один из твоих проектов не выстрелил. Дорогая, я просто опередил свое время, непризнанный гений. Ну, это, кстати, да, я согласен. Вуди Аллен вообще один из моих любимых режиссеров, и драматургов, и сценаристов. Великолепен. Ты снял с языка вопрос про свой лейбл, давай тогда поподробнее. Так. Ты когда-то открыл свой лейбл, как ты его развиваешь, что ты в нем делаешь, что получают молодые музыканты, приходя к тебе. Ну, давай скажем так, я делаю первые шаги в электронной музыке, я приношу к тебе свою работу, и дальше ты ее слушаешь и говоришь, либо ты говоришь, парень, идем дальше учиться, приходи вот. Абсолютно верно. Да? Либо ты слушаешь и говоришь, послушай, это интересно, давай попробуем что? Давай попробуем ее выпустить. И что происходит дальше? Дальше мы подписываем с ним договор, контракт. Он присылает свою работу. Мы заказываем у дизайнера обложку. Если это EP-альбом, сотканный только из его произведений, то это авторская обложка под его непосредственно, под концепцию его работ, исходя из названий и так далее. Я всячески стараюсь попросить его написать хотя бы пару-тройку слов, предложений о том, что это за работа. Дальше я о ней рассказываю в передаче, как, собственно, я о самом артисте, который ее выпустил. Передача расходится по городам и весям нашей необъятной, плюс выходит для русского сообщества в Париже и Берлине, во многих странах СНГ она выходит. У нас есть подкасты в iTunes, где больше 50 тысяч подписчиков, и можно послушать каждую программу, и это уже некая возможность заявить о себе. Плюс сама музыка выходит на лейбле, а мы работаем с американской дистрибьюцией Proton, это один из самых знаменитых лейблов, курирующих, выпускающих электронную музыку. У них там несколько саб-лейблов или под-лейблов, и плюс ко всему у них есть свое радиошоу, некоторые треки попадают туда. Есть еще рекламные возможности у магазина Beatport, который является основной площадкой для всего мира, где, так скажем, музыку покупают и слушают все диджеи мира, я бы так сказал. И у многих из них она там продается. У электронных музыкантов, у диджеев. Вот, собственно, такой вот охват, который мы предлагаем. Понятно, что чем популярнее сам лейбл, тем больше народу, так скажем, плодов его трудов услышат. У нас пока длинный путь впереди, но я надеюсь, что он будет все-таки не такой тернистый. Как молодому музыканту найти тебя и показать тебе свой трек? У нас есть контакты везде, и у меня на странице есть контакт. Это почта чувстворитма.рекс@gmail.com. Присылайте туда. А вы доводите треки? Вот бывает такое, что ты слушаешь трек и понимаешь, что ну вот здесь вот пару штрихов, здесь чуть-чуть частотные диапазоны поменять, и прям он зазвучит. Ну, в основном, откровенно говоря, нет. То есть мы стараемся попросить самого музыканта сделать трек
на том уровне. Нет, да, я имею в виду, доводка имеется в виду, это диалог. Но вообще на крупных лейблах сидят свои мастеринг-инженеры, которые делают общий вот саундфон, общую звуковую картинку, которая... Узнаваемую будет, для слушателя. Да, узнаваемую для слушателя. Но в данном случае я считаю, что все-таки, наверное, здесь нужно давать полную свободу художнику. Если он присылает мне трек, и этот трек подходит мне по тем внутренним, так скажем, параметрам, которые я для себя определил, я не могу это объяснить, то, в принципе, музыка, подходящая для лейбла, может быть выпущена. Говорить ему, ой, вот здесь ты не дожал по звуку, а вот здесь вот это, вот здесь то, нет, мы так не работаем. Я считаю, что все-таки это открытая дверь. Это любое направление электронной музыки или, в первую очередь, танцпол? Как правило, это любое направление электронной музыки. Почему? Потому что мы открыли лейбл как логическое продолжение передачи чувства ритма. А так как передача — это антология клубно-танцевальной сцены, то здесь человек может проявить себя, ну, в многокрасочном спектре основных, я бы сказал, стилей, которые актуальны на танцполах. Есть стили, которые для определенной части аудитории актуальны, но мы их не выпускаем. Но в целом, в основном, это те стили, которые будут понятны прежде всего слушателям передачи, наверное, и тем людям, которые любят хорошую музыку. А для меня понятие хорошей музыки, в принципе, как и, я думаю, для любого другого человека, это гармоничная, мелодичная составляющая. Как говорил Моцарт, мелодия – душа музыки. Я все-таки считаю, что в музыке, даже если она танцевальная, электронная, обязательно должна быть мелодия, должен быть какой-то интересный нерв, чтобы трек не выкидывался, как там Фредди Меркьюри самокритично говорил. «Моя музыка – это словно салфетки. Ты можешь воспользоваться, послушав одну песню, смяв и выкинув, и перейти к прослушиванию другой». Вот. Мне бы все-таки этого не хотелось, хотя мы понимаем, что Фредди Меркьюри где-то шутил, где-то ерничал. Явно, что его музыка будет жить в веках. Но вот здесь хотелось бы как раз дать толчок ребятам, чтобы их музыка оставалась актуальной как можно дольше. Теперь я знаю, кому я отправлю свой трек на послушать. Вперед. Меркьюри, кто он для тебя? На определенном этапе его музыка, его поэзия в буквальном смысле меня вдохновляли и, наверное, вот в молодости как-то спасли. Я сейчас не говорю именно о его музыке как таковой, я говорю вообще о музыке Queen. Да. Потому что они все четверо равнозначные музыканты, и если посмотреть фильм «Богемская рапсодия», там, к сожалению, этого не показано. Там, на мой взгляд, очень много очень много ошибок, очень много интересных вещей. Да. Я читал о Меркьюри книгу его друга, журналиста, книгу воспоминаний. Да. Там гораздо глубже все раскрыто. И несмотря на то, что эту книгу тоже признали не самой лучшей. Не идеально, но да. Да, я просто прочитал все, что есть о Фредди и о Квин. И у меня даже на определенном этапе зародилась идея сделать спектакль, либо сделать фильм. Ну, несколько сцен написано, но потом как-то я отложил это все в долгий ящик. А когда вышла «Богемская рапсодия», я вышел из зала абсолютно в полном душевном раздрае, потому что они отказались от всего того, о чем они говорили в документальных фильмах. Потом я прочитал, конечно, огромное количество критических рецензий, выяснилось, что у них на определенном этапе отвалился режиссер. Да, там же очень долгая и сложная съемочная история. Там очень сложная съемочная история. Они, по-моему, на 1.5-2 года останавливали вообще. Абсолютно верно, потому что изначально этот проект зачинал вместе с музыкантами Queen английский комик-разговорник Саша Барон Коэн. После Бората все стали понимать, что он невероятно похож на Фредди, и особо без грима, ему просто усы приклеили и все. И я думаю, что он как великолепный актер мог бы передать вот эту... Но он бы раскрыл. Да, да, но у него как раз возникло дилемма, и у него возникли конфликтные ситуации, в частности, с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором, которые ведут дело Queen, продолжают его, делая мюзиклы, там, давая концерты, вкладывая деньги в какие-то интересные проекты, так или иначе связанные с памятью о Queen и с памятью о Фредди Меркьюри. И вот у него вместе с, именно с ними возник конфликт, связанный с тем, что он хотел показать жизнь Фредди без прикрас. Он хотел показать его не только человеком, который обладал определенной степенью
таланта, ума и так далее, но еще и хотел показать вот эту темную сторону, в которой мы бы увидели его в клубах, на вот этих секс-вечеринках и так далее. То, о чем очень многие говорят, и то, чего очень многие замалчивают. В «Богемской рапсодии» как раз эту историю пытались преподнести как нечто, в чем он запутался, но мне почему-то кажется, что Фредди был человеком абсолютно искренним и открытым. У него был очень мощный божественный канал, поэтому он ни в чем не сомневался. И даже не раскаивался. Да, он ни в чем не раскаивался. Он был щедрым анонимным филантропом, но абсолютно он также щедро и весело жег свою жизнь. Да, да, да. Я удивился бы, если бы Фредди в чем-то раскаивался, если честно. Но я знаю, что он, в принципе, был человеком, который, естественно, обладал определенной толикой, определенной долей мнительности, хотя бы потому, что у него были внешние изъяны, как он считал, это его зубы. Да, он крепко переживал по этому поводу. Да, он крепко переживал, но парадокс в том, что он так ничего для этого и не сделал, потому что, по-моему, кто-то, один из близких, если я не ошибаюсь, это была Мэри Остин, хотя я могу ошибаться, да простят меня фанаты Queen, о том, что она ему как раз-таки сказала, что если он сделает свою челюсть, то мы потеряем вот этот определенный шарм, потому что это довольно мощная пластическая операция, да. А по поводу его воздействия на меня, конечно, наверное, вот этот, как там Пушкин писал, и жить торопится, и чувствовать спешит. Вот эта чувственность, которая проступает в его музыке, вот эта романтичность, вот это абсолютное... Абсолютный такой поток, Ниагарский водопад оптимизма, он меня очень сильно зарядил, и на определенном этапе я понял, что мне это помогло. Это мне помогло стать, наверное, тем, кто я есть, именно в творчестве, и в возможности транслировать какие-то мысли. Потому что сейчас даже, если послушать «Чувство ритма», каждый выпуск открывается с поэзии, и я перенес эту тенденцию в клуб. Я читаю стихи во время диджей-сетов. Многие до сих пор не могут к этому привыкнуть, потому что для многих людей это шок. Есть определенные клише, есть определенные стереотипы. Если человек читает поэзию во время диджей-сетов, это я делаю не всегда, это я делаю на авторских вечеринках «Чувство ритма», потому что туда мы привносим какую-то декоративную часть, какие-то театральные составляющие. Мне всегда импонировал синтез клуба и театра. Это, пожалуй, еще одна ипостась, на которую в немалой степени повлиял Фредди Меркьюри. Он как раз-таки вот всем своим естеством продвигал вот этот синтез клуба, театра, балета, всего остального. Он актерствовал на сцене. Он актерствовал на сцене. Есть, кстати, замечательный случай, когда подбирали кандидатуру для мюзикла «Time», если я не ошибаюсь, это мюзикл 86-го года, где Фредди спел одноименную песню и сыграл там небольшую роль, он, по-моему, появлялся даже в роли самого себя. Авторы мюзикла обедали у Лоренса Оливье в Лондоне. А Лоренс Оливье – величайший актер, шекспировед, его премию вручают в Англии до сих пор. Он, услышав Фредди, как раз в этот момент там где-то играло радио, и он сказал: «Вот великолепный актер для вашего шоу, для вашего мюзикла». Когда Фредди передали эти слова, он был вне себя от счастья, потому что когда такой великий актер, как Лоренс Оливье, говорит о том, что ты хорош... Он услышал это ушами. Абсолютно верно. Представляешь, какую картину себе составил из этого? Да, да. Это очень дорого стоит. В российскую музыку. Так. Русский хип-хоп, с твоей точки зрения, это уже сформировавшаяся культура или, как многие считают, не очень удачная калька западной культуры?
Я считаю, что хип-хоп — это летопись улиц. Об этом, по-моему, говорил Notorious B.I.G. О том, что люди читают про то, от чего не спится по ночам. Выстрелы, продажные женщины, разного рода кусающаяся бедность и так далее, и так далее, и так далее. Тем для рэпа огромное количество. Я считаю, что в этом нет ничего плохого, если это... культура, которая зародилась где-то там, пришла к нам, и у нас появляются настоящие уличные поэты, которым есть о чем говорить со своей аудиторией. Другой вопрос, обратная сторона медали, когда это превращается в кич, я этого не совсем понимаю, потому что исчезает правда жизни. О чем человеку говорить, если это сейчас мы можем, так скажем, не мудрство и лукаво, говорите о том, что, например, произошло с Comedy Club. Они начинали как голоса улиц, голоса тех людей, которым не дали высказаться в том же КВН, потому что там все подвержено жесткой критике и цензуре. И вот они, выходя на эту сцену... позволяли себе больше. Позволяли себе больше. И сейчас они превратились в тех, над кем смеялись. Вот то же самое можно сказать и о некой прослойке русского рэпа. Но об этом, кстати, мы говорили в интервью и с Кириллом Батиштой, и об этом мы с Женей Игрувым тоже говорили, о том, что вот тот дух революционной улицы, да, о котором, кстати, Быков упоминал, очень тепло отзываясь про Оксимирона, он начинает чуть-чуть сходить на нет, потому что любой не очень начитанный подросток, а рэп все-таки подразумевает либо недюжинный талант, да, либо начитанность, а лучше и то, и другое, она уходит. Получается, любой подросток там, с недорогим макбуком, набросав бетон, да, вот, что-то не очень складное, начинает вещать. По крайней мере, Кирилл об этом с такой легкой грустинкой говорил, вспоминая, как зарождалось хип-хоп-движение в России, когда это действительно было, ну, сообщество единомышленников. Я согласен, но одновременно, мне кажется, здесь нужно затронуть тему, должен ли быть поэт, художник, музыкант бедным? Потому что очень многие люди, которые вызывают... Я думаю, нет. Вот. А очень многие люди, которые вызывают некую любовь, вот их искусство вызывает резонанс в массах, они, как правило, свои первые шаги совершали, будучи бедными. И это роднит их с общим населением страны. Потому что у нас большое количество людей живет за чертой бедности. Слишком большое. Да. И как только человек начинает зарабатывать деньги посредством своего искусства, почему-то на него сразу вешают клише, да, чувак продался. То есть вот, вот это краеугольный камень той проблемы, которая возникает в восприятии искусства как такового и уличного искусства, имя коему рэп, в частности. Мне кажется, это незрелость общества. У нас же нет, в принципе, истории в культуре под названием «радоваться успеху своему, да, или чужому». Да. То есть все вот, вот эта вот советская подстриженность «не высовывайся и будь как все», она вот как-то на генном уровне все равно передается. Согласен. Слава богу, не всем, но есть достаточное количество людей, довольно молодых, которые тоже вот, ну что, что пусть он будет как все. Да. О поколениях. О чем ты говоришь со своими сыновьями? О мире, о любви, о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя останавливаться. И если ты выбрал для себя определенную цель, то нужно положить всего себя на алтарь во имя достижения этой цели. При этом, не теряя своего лица, не теряя самообладания, и понимаешь, что вокруг тебя к этой цели могут идти еще люди. И вот твои истинные человеческие качества проступят именно в тот момент, каким образом ты сможешь дойти до этой цели. Недавно я где-то прочитал такую занимательную историю о том, что на Олимпийских играх один бегун из Африки, который однозначно был форвардом, главным вообще, на которого делались ставки, он на финишной прямой вдруг обратил внимание, что вот в этой огромной толпе людей стоят какие-то люди с непонятными для него приборами.
То есть это были какие-то то ли камеры, то ли что-то в этом духе. И он в буквальном смысле испугался, что он, живя в Африке, вот в бедноте, он не видел этого. И его внимание от желания добежать вперед отвлекли вот эти вещи, и он остановился. Может быть, там еще совершались какие-то пасы руками ему, но это оказалось, ну, на самом-то деле это было не в его адрес. А он остановился. И самое интересное, что человек, который бежал за ним, он его как бы подтолкнул вперед к этой победе, которая им была абсолютно заслужена. Вот это, я считаю, высший пилотаж в благородстве и в возможности достичь своей цели, помогая при этом другим. Потому что о чем мы будем учить своих детей? Не толкая никого в пропасть. Не толкая, не расталкивая, и уж тем более не идя по головам, и, как еще говорят, не идя по трупам. А сейчас этого очень много. Чему учить своих детей, если, ну, так скажем, вернее, чему мы их сможем научить, если мы будем говорить: так, ты один, давай, значит, перегрызай глотки, иди туда, иди сюда. Я считаю, что это глупо. Поэтому, наверное, для меня, ну, вообще настоящий мужчина – это не только сила, это еще и доброта, возвышенность чувств, благородство, прикрытое скромностью. Вот, наверное, вот в этой парадигме я стараюсь воспитывать своих сыновей. Что такое для тебя дружба? Ну, вообще, как говорил Аристотель, друг одна душа в двух телах. Это не Аристотель у нас здесь? Ну, я думаю, мы сегодня можем назвать парня нашим другом, потому что на одной он не мешает. А это тоже признак хорошей дружбы, уметь помолчать, когда друзья беседуют. Абсолютно верно. Аристотель говорил: друг одна душа в двух телах. Для меня вообще взаимоотношения между людьми, если мы говорим о каком-то творческом соитии, неважно, должно строиться на дружбе. Даже отношения между мужчиной и женщиной, они строятся прежде всего на дружбе. Потому что если нет дружбы, есть только страсть, влечение, ну, страсть, конечно, то оно рано или поздно притупляется. А дружба – это то, что кружит планету. А что такое любовь? А вот любовь – это некая химическая составляющая, которая может, с одной стороны, вдохновлять, она делает какие-то невероятные вещи с человеком, преображая его. Кто-то из великих говорил: только влюбленный имеет право на звание человека. Но, к сожалению, любовь мимолетна. И вот если на этом фундаменте, который мог образоваться во время первой волны любви, например, любви с первого взгляда, если в этом фундаменте нет дружбы, то, как правило, любовь заканчивается очень плохо. Твоя судьба. Ты пишешь ее сам, или же ты чувствуешь иногда вмешательство каких-то высших сил и умеешь с этим взаимодействовать? Или ты считаешь, что вот ты абсолютный творец своей судьбы, и куда увидел, туда пошел? Нет, наверное, пожалуй, второй вариант. У меня есть подруга замечательная. Она помогает людям найти себя и как-то всячески работает с их проблемами. Сейчас это имеет огромное количество классификаций, там, биоэнергетиком можно назвать и так далее. Но я считаю, что вот как раз на определенном этапе она мне помогла найти какие-то внутренние рычаги в возможностях поменять некие предлагаемые обстоятельства к лучшему. Потому что я считаю, что все вопросы внутри человека, не нужно искать их извне, в том числе и Бог внутри нас. И та любовь, которая наделяет нас, это любовь не к конкретному человеку, а любовь ко всему сущему на земле. И я все-таки считаю, что человек может корректировать свою судьбу и может всячески доходить до определенных мечтаний, до определенных целей и свершений, благодаря тому, что он постоянно занимается внутренней работой. У меня в конце всех интервью есть несколько любимых вопросов. Так. Один вопрос родился в свое время совершенно случайно. Я теперь обожаю его всем задавать. Рано или поздно... Это блиц или... Нет. Я так заранее предупреждаю. Вопросы необычные. Мы все смертны. Так. Рано или поздно. Рано или поздно ты покинешь этот мир. И вот в тот момент, когда близкие люди будут с тобой прощаться, думаю, говорить много заслуженных хороших слов, какую музыку ты бы хотел слышать? Что должно играть?
чтобы вот ты там, уходя, твоя душа уходя в мир иной, думала, ай, молодцы, а вот молодцы, вот сейчас прям отлично. Ну, я думаю, что это должна быть та музыка, которая нравилась прежде всего мне. И мне очень хочется, чтобы это была не грустная музыка. Чтобы это была жизнеутверждающая музыка. Это возвращаясь к ответу на вопросы насчет кино и насчет выхода из зала. В каком ощущении ты должен выходить из зала? Вот когда я покину сцену жизни, я думаю, что хотелось бы, чтобы люди были воодушевлены тем, как много хорошего я сделал на этой земле, хотелось бы успеть, и были апоэтизированы тем, что, чтобы у них не было чувства непоправимой утраты. А музыка, как там говорил, не помню, по-моему, Луначарский, что ли, слово и дело становятся высоко значительными, когда музыка берет их на свои крылья. Вот когда люди, слушая музыку, там, твою или музыку, которая тебя вдохновляла, пусть даже на смертном одре или уже после твоей кончины, понимают, что да, вот мы будем продолжать свято делать это дело, которое там делал он, неся вот это гордое знамя или там гордо реющее, или этот факел. А в данном случае я говорю о любви к жизни, о любви к музыке, к искусству, которую я пытаюсь передавать в этот мир, пусть по крупицам, но благодаря всему тому, что я делаю. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы это была какая-то такая... Вечеринку, чтобы устроили. Отличный результат, отличный вариант. Представим себе, что тебе дали волшебную палочку. Так. И позволили на пике творческой формы вернуть к жизни трех музыкантов из любой эпохи, из любого времени, чтобы они какое-то время еще могли творить, возможно, сотворить что-то большее. Кого бы ты вернул? С кем бы ты пообщался? Ну, я, наверное, возьму тогда три разных ипостаси музыки. Пусть это будет Фредди Меркьюри, пусть это будет Бетховен, и пусть это будет диджей и музыкант замечательнейший Роберт Майлз. Который один из первых открыл чувственное направление танцевальной музыки, которое тогда в 90-е называлось Dream Dance, потому что он выпустил пластинку Dreamland, где был знаменитый его трек «Дети», «Children». Вот, пожалуй, так. Окей. Завершая интервью, немного банальная просьба, но все же. Огромное количество молодых музыкантов убеждены в том, что пробиться сложно, тяжело, нужны связи, деньги и так далее, и так далее. Сможешь сейчас найти какие-то волшебные слова для них, чтобы ребята просто все это забыли и делали свое дело? Так. Ну, мне сразу вспоминаются одни из моих любимых строк. «Даже по делу спеша не забудь, этот короткий путь тоже частица жизни твоей. Жить и в пути умей». То есть наслаждаться мгновением, свято верить в то, что ты делаешь, вне зависимости от того, какое количество слушателей у тебя. Один человек или это многотысячный стадион. И получать удовольствие от каждого мгновения. Я думаю, что это и привносит ту радость жизни, которой мы лишены, потому что очень многие люди стремятся за чем-то, думают, что счастье, да, счастье будет завтра, как там опять же у моего любимого Пушкина, пора, мой друг, пора, покоя сердце просят, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем засобирались жить и глядь, как раз умрем. То есть люди как бы собираются жить, а вот завтра, а вот послезавтра, а вот через год а у меня... А жить надо здесь. А здесь и сейчас, сейчас, конечно. И тогда все в жизни поменяется. Друзья, с вами был Мишрумс. Мы брали интервью у Самира Кулиева, человек, который живет здесь и сейчас, который любит искусство, который живет искусством, который умеет принести это искусство куда угодно, даже в ночной клуб, где вы порой этого не ждете. Пока. А что нам скажешь? Сказать что-то, да? Может, а, в улыбочку? Супер. Yeah.